Так, за столом переговора ребята крутятся, вращаются в разные стороны и решают, кто же из нас убийца. Они очень сильно кричат, и я ничего разобрать не могу, но я думаю, что меня явно не обвинят, потому что я вообще не понимаю, что происходит здесь. Вряд ли я убийца. Это просто речь фюрера. Как он размахивает, как он жестикулирует. И два голоса за красную. Три голоса за красную. Четыре голоса за красную. Мы удаляем красную, потому что он, очевидно, был убийцей. Посмотрите, какой он красный. Он явно шпион красных. Посмотрите, покраснел. Очевидно, нужно его убирать. Нужно его убирать. Замечательно. Убрали красного. Отправляем его в утиль. И сжигаем его, как в 42-м. Или просто выбрасываем. Замечательно, избавились мы. Он наверняка был ублюдком. Вот как раз здесь написано, а он не был ублюдком. Так, окей, значит, мы промахнулись. Значит, его смерть была напрасной. Но ну, что поделать, такова жизнь. Так, и мы отправляемся дальше заниматься. Может быть, я убийца, но мне ничего не написали вроде как. Мне кажется, это ниндзя. Это ниндзя-убийца. Смотрите, как он маскируется. Как только я вышел сюда, он сразу свалил. Он явно почуял что-то неладное. Он понял, что я могу его застукать за своими грязными делами. Клик маус. Так, загрузка. Я полезен команде. Я что-то загружаю. Так, кажется, у нас какая-то авария на атомной электростанции произошла. Возможно, по моей вине, из-за того, что я что-то кликнул, что-то нажал. Что-то клацнул. Так, ну ладно, видимо, нужно двигаться дальше. Так, провода были пофикшены, отремонтированы. Замечательно, у нас, по-моему, все получается. И надо снова голосование. Итак, я думаю, что это ниндзя. Что это ниндзя-убийца. Потому что я так решил. Потому что я так считаю. Не знаю, что происходит. Они толкаются, пихаются. И раздумывают, за кого же проголосовать. У нас все меньше и меньше. Убийца не был до сих пор обнаружен. Поэтому я голосую за синего. 24 секунды осталось подождать. Я голосую за синего. Я на выборы никогда не ходил, но сегодня проголосую за синего. За зеленого проголосовал один. Нет, не голосую за зеленого, он невинный. Он невинный человек, не надо. Запустил какую-то программу. Но, видимо, чтобы выровнять голоса, проголосовали также за зеленого, за меня. И на этот раз никто не отправляется, по всей видимости, в утиль. Я не успел ничего сделать, я на этот раз был бесполезен. Но у нас осталось трое. Блин, ну очевидно, синий убийца. Хотя, с другой стороны, этот белый. Белоснежка, так сказать, в самом начале стоял и ничего не делал. Он, может быть, раздумывал над тем, как убить. Так, они снова жестикулируют. А где голосовать? Вот она, голосовалка. Я голосую в синего и буду надеяться на лучшего. И все в зеленого. Нет. За что? К сожалению, убийца, видимо, выиграли. Я слабое звено. И убийцы победили. За что? Я всего лишь хотел помочь нашей команде, и игра окончена. Невероятная игра. Они вдвоем остались. О, и Андрей присоединяется. Я не знаю, возможно, он убийца, но я буду ему доверять. Зеленому я доверяю, он создает некий обруч доверия. Он заслуживает, поэтому мы будем ходить вместе. Я буду, конечно, поглядывать, возможно, он окажется предателем и вонзит нож мне в спину. Идем. Я знаю, что делать. Так, ну что ж, мы садимся снова за стол переговоров и... Ну, очевидно, ниндзя снова предатель. Я голосую в синего. Он снова зашел. Так, ну они пинают белого. Это все потому, что он белый? Хотели узнать, что внутри астронавта? Вы только посмотрите на это дерьмо, но это пугающее дерьмо. Очевидно, в синего голосовать надо. Я голосую в синего. 7 человек проголосовали за белого. Но, видимо, он действительно кого-то прикончил. Андрей не очень смышленый, он проголосовал за себя. Возможно, это чисто сердечное признание. Он что-то говорит, я не слышу лично. Он передумал в последнее мгновение. Но ничего страшного, Андрей, не переживай. Потому что убили белого. Чертовы расисты. Ты видел, что они творили? Они просто его выбросили. Бедный астронавт. Ну что ж, мы продолжаем. Продолжаем заниматься ремонтом. Я пробил его. Так, ну очевидно синий. Это убийца.
Это ежи, понятно. Такой глупый человек не проголосует за синего. Так, он, похоже, проголосовал за синего. 2 голоса в синего и 3 в красного. И 1 в бирюзовый. Андрей запутался в проводах, или он тренируется, или боксирует. Так, и мы выбрасываем, к сожалению, красного. Он отпрыгнул, он ловко увернулся, но, скорее всего, он в открытом космосе все-таки где-то теперь обитает. Так, ну что ж, мы продолжаем заниматься ремонтом и чем-то другим. Это был синий. Я же говорил, синий ублюдок. Так что это, очевидно, синий. Но, очевидно, мирные жители опять проиграли. Или они распределили, они специально распределили голоса. Они дерутся. А проголосовал бы в синего, закинул бы голос, мы бы победили. Смотрите, как он напал на меня. Хотел меня уничтожить, разорвать в клочья. Постоянная борьба, споры, конфликты. Видимо, убить можно только в определенных местах. Дотронувшись до ножа, я хрен его знает. Так, ну мы в итоге снова втроем остались, а очевидно, нужно голосовать в синем. Так, и теперь, да, он в прошлый раз, видимо, промазал. Причем 3 голоса теперь, он как-то 2 раза проголосовал за меня. И, к сожалению, они снова убивают и уничтожают мирного жителя. Возможно. Я потому что до конца не уверен. На самом деле, я не разобрался в себе, убийца я или нет. Он визжит, этот школьник визжит, кричит, они обнимаются, плачут, но на самом деле один из них убийца. Ты сделал неправильный выбор. Ты оставил убийцу, и скоро он воткнет нож тебе в спину. Все ясно. Крэк, марихуана. Он уже здесь. Это называется игра «Продолжи рисунок». У него неплохо получается. Жорт. Жожа, вон кто-то жожу просил, пожалуйста. Ну даже мошонку нарисовал вонючую. Мне нравится. Я бы купил эту картину. Теперь смотри, следующая фигура, которую ты должен нарисовать. Это кошка Владимира Владимировича. Вид сзади, но здесь вид сверху. Вдохновление к нему пришло. Озарение невероятное. Внезапно. Просто бам, как яблоко. Я просто вспоминаю видосики, где рисовали подобные картины и исправляю их нормально. Я думал, ты нюхаешь маркер. Так, я занюхнул. Он просто закрасил все практически. Это нечестно. Даже теперь не знаешь, на что это похоже. Да, похоже, это автопортрет. В реальной жизни у него тоже голубые волосы и голубая борода. А вот он теперь пишет «Закорючка Ро, Роэм, Роэма». Ройман, похоже. Мистер Ройман. Давай обведу тебя. Стой, стой там. Я обведу тебя, и получится твоя фигура. А ты можешь чуть присесть? А теперь чуть привстать. Так, неплохо, неплохо. Да, все, стой, я обведу. Блин, не очень получается, на самом деле. Но я приблизительно помню. Вот тут была голова. Готово. Можешь уходить. Ты мне петлю нарисовал, что ли? В смысле? Это лассо. А почему оно на мне? Ну, ты как юный кабанчик на Диком Западе. Понимаешь? Давай конкурс. Ладно, давай самолет. Так, погнали. Мой самолет будет вот здесь вот. Так, ну, как выглядит самолет? Приблизительно я помню. Ну, вот, собственно, кабина. Что у меня происходит? Так, вам кажется, это снова писюн, но это самолет, на самом деле. Так, вот хвост, вот одно крыло. Твою мать, я подпрыгиваю. Нормально, нормально. Вот одно крыло, и там сзади где-то второе. Вы заработали новые бонусные объекты, классно. Еще, мне кажется, крылья какие-то странные у меня получились. Так, ну, по-моему, великолепно просто получается. И теперь небо. Я бы нарисовал еще облака. По-моему, у меня кошмарная авария. Самолетокрушение. Самолет приземлился в море, обломал крылья, и кажется, все мертвы. Да, у тебя получился кит,
Ты скажи мне, почему я так высоко? Я не знаю, я тоже подпрыгивал, из-за этого у меня крыло говёное получилось. Я не то, что подпрыгнул, я улетел, Сань. Он улетел в рай. Да подожди ты, у меня не готово, я улетел. Картина, ну поздно уже, 2 минуты прошло. Картина номер 1 и картина номер 2. Выбор за вами. У меня какая-то негативная получилась. Но у меня недо получилось. Как же его колбасит. Возможно, он был одним из пассажиров моего самолета. Он испарился. А, вот он под столом. Вот это фокусник. Айда фокусник. Айда иллюзионист.